Суть акции, идея которой принадлежит Карельскому Красному Кресту, заключается в том, что любой человек может совершенно бесплатно получить на полдник стакан сладкого чая и поджаренный черный хлеб. В основном приходят вот дети, контингент, который вы видите, ну и взрослые примерно, которые находятся в таком же состоянии. Но, тем не менее, приходят люди, и достаток которых ниже среднего, но, тем не менее, они как бы еще не совсем опустившиеся. Гриль-печи, на которых сотрудники молодежного отделения Карельского Красного Креста бойко обжаривают хлеб, подарены им финскими коллегами из Красного Креста. Представители последнего находились тут же и поведали нам, что сотрудничество это давнее, а подобные акции осуществляются в рамках программы гуманитарного бюро ЕС. Ну и поскольку здесь хлеб, то становится известен еще один организатор акции – Петрозаводский хлебозавод, откликнувшийся на идею Красного Креста незамедлительно. В лице вот руководителя хлебозавода и коллектива мы нашли вообще замечательный отклик. Нам сразу же пошли навстречу и каждый день привозят замечательный свежий мягкий хлеб. Акция продлится до Старого Нового года, то есть до 13 января. Красный Крест намерен также в будущем продолжить благое дело, но, возможно, в последующих благотворительных полдниках к хлебу появится еще кое-что. На сегодняшний день становится понятно, что не хлебом единым. Как бы люди хотят что-то еще. И, может быть, мы обратимся к руководителям других предприятий, может быть, молокозавода, мясокомбината, еще как-то, чтобы организовать что-то более вот существенное.